Говорят, в чужих женщинах недостатки раздражают, а в своих умиляют. Мы решили узнать у ивантеевских мужчин, какие недостатки в женщинах их не раздражают, а умиляют. Ну, разве что неуклюже они за рулем автомобиля. Каждый свое, знаете, надо терпением притираться. Вы не знаете, есть ли у женщин такие недостатки, которые бы не раздражали? У женщин нет недостатков, особенно 8 марта. Женщина вообще лучше, чем мужчина. Я думаю, у женщин нет недостатков. Суета, иногда она умиляет. Правда, если ее не очень много, и она такая, ну, подходящая, что ли, для данного момента. Недостатков вообще не существует. Это особенности женские, я так думаю. С ними надо мириться. Может, мне так в жизни везет, меня не раздражали никогда женщины. А если я кого раздражал, то простите. И что же мужчины желают женщинам в преддверии этого международного праздника? Раньше был Новый год 1 марта. Так что с наступлением Нового года весны желаю здоровья, счастья, радости. Бодрости, молодости и не болеть. Удачи, здоровья, счастья вам. Вот, и любви, любви, любви. Дорогие женщины, с праздником вас, удачи, любви и здоровья. Оставайтесь всегда такими же красивыми, внимательными, добрыми, нас вообще подарившим нам жизнь. Особенно наших мам поздравляю. Низкий поклон. Желаю вам здоровья, счастья, любви. И успехов во всем. Пусть они у нас будут красивые и чтобы всегда улыбались. Красавицы, будьте здоровы всегда. В такое трудное время нашей жизни, чтобы все было хорошо. Денег, благополучия семье во всем. Всего самого лучшего. Любимых мужей. Были ближе к нам, потому что нам, мужчинам, это очень важно. Любви большой, весеннего настроения. И всего хорошего в этом году.